Всем привет, Павел Вайс, Женя, Лена с нами сегодня, купили контейнер. Вообще купили три. Так, это первый, его мы купили за $280. Посмотрим, что найдем. Сразу какие-то рубашки интересные такие, смотри. Бассири какая-то непонятная. Стильный дядя, мужские были. Made in China зато. Ничего такого брендового пока нет, да? Вообще нет, просто рубашки. Рубашки. Потом будем перебирать одежду, ее очень много здесь. Тут реально ее, Жень, залежи. Смотри. Лотерейку любил. Что у нас за ботиночки? Стейси Адамс. А, вот крышка. А, нет, это тоже Стейси. Это Кеннет Коул. Да, они все недорогие. Короче. И везде лотерейные билетики. Искал богатство человек. Фирмы какие-то интересные. Я такие не видел. Со львами, кажется, цвета, конечно, смотри, стильные. Ну да. Скорее всего, он был черный. Ну, черный, да, но шотландец. Вот это одежды. Давно я столько не видел. А бумаги ему надо было отдать. Ну, бумаги это мы не находили. Еще Майкл Корс. Смотри, сколько у него этих лотереек. Лотереек, ага. Нью-Йорк Массимо. Сумка. Старый лаптоп, платье, а нет, какие-то штаны. Да, лосинчики. И тут все мусор. Так, это Adidas. Не, не новый, но Instant Pot пустой. Ага, фен, тарелка и кухонная вместе смешанная с одеждой. Bass shoes. Вот это Стейси Адамс отсюда. Колхан, ого. Ого, какие с железными этими набойками. Los Altos Boots. А нет, здесь Nike. Nike Air. У него все перемешано. Стейси Адамс. Four Brothers. Билеты. Spirit, ну это Стейси Адамс. А это что? Елочная игрушка. И сейчас еще вот эти хочу посмотреть. О! Кто-то хотел выиграть миллион. Я столько никогда не видел билетиков. Это Бас. А Бас, кстати, очень хорошие шузы. Ну, можешь обувь забирать. О, Levi's. Новые. И лотерейные билеты везде. Bookings. Жесть. Одежда. Какие-то бумаги. Чего много? Билетиков. О, это для сердца которое? Therapy's Choice. Возможно, нет. Мне кажется, это тоже для мышц. Для мышц. А, это которая у нас была, да? Да. Ну-ка. Hugo Boss. Неплохие у него духи, кстати. Ну, одеколон. Dolce & Gabbana. Угу. Смотри. Мужские, женские. Мужские. Это мужские, но не полные. Как одеколон трендовый. Ну хорошо пахнут. Да. Вот это нормально. Что у нас в бинах? Рубашка, картина, брюки, портабл швейная машиночка маленькая. Понятно. Ага, тут у нас есть туфли Кеннет Коул, какие-то банки. Соляная лампа была. Банки, склянки и пару обуви. О, а здесь монитор. Небольшой. О, такой-то лаптопчик неплохой. HP. Неплохой, держи. Да. Опять. Но и фигурная обувь. Вот такая, всякие туфли Стейси Адамс очень много. Ну, Стейси Адамс, так себе фирма. Электроника. Я так скажу, так себе юнит, конечно. Так, здесь электроника. Надо в мусорный пакет что-то скидывать. Нет, потом, Лен, будем перебирать. Опять туфли. Giovanni. Любил он такие туфли. Ох. Okay, и Jewelry. На итальянское? Посмотри, что это. Хочу сказать 1772 КА Италия. Серебро итальянское. Точно? Да, 925 Италия. Ну, я его в пакете нашел. Вы тот, который мусорный, точно? Уверены? Ну, надо в шапе их посмотрите. Перебрать, да. О! Коробка съел. Тут просто коробки.
Лен, мы там ювелирку нашли в одной из этих пакетов, так что тот, который вы сказали мусор, я думаю, все-таки надо вывалить в шапе и проверить там на дне. Часы были. Часы были. Угу. Все, тут все мягкое. Ну, тут понятно, одежда. Тут, походу, мусор. Просто очень много всего. О, сумка. Dooney & Burke новая. Летняя. Сколько такая стоит? 150. Думаю, продать можно много. Новый Dooney & Burke. 150, так и посчитаем. О, тут сейф маленький. Надеюсь, тут что-то есть, кроме... Это более интересное. Давайте мусор какой-нибудь. Ручки какие-то. Что это, Жень? Чеки. Это ему надо все отдать? Бумаги, да. А мы их мусор. Нет, это бумаги в бумаге. Нифига, не носочек. Там что-то спрятано? Тут пусто. И тут пусто. Точно эти ручки ничего не... Обыкновенные и деревянные, там имени не было. Made in China, ну красиво. Все, засыпай сюда. А здесь одежда, бумаги, какие-то старые телефончики, книги. Понятно, тут ничего, просто одежда. Ну и хлам. Короче, этот, скорее всего... Ну как, там много обуви, в принципе, нормально. Я думаю, заработаем пару сотен. Так и запишем, что вместе с Dooney & Burke и обувью $200 в плюсе. Пойдемте в другой. Пришли на второй контейнер. Надеюсь, этот будет лучше. Но он маленький, он узкий, глубокий. Ну, за этот заплатили 1100. Потому что, ну, вы сами понимаете, почему. А мы, у нас слабость к таким вещам. Ты на шузы обратил внимание, а я обратила внимание на этот. Xbox камера. Паша, Apple клавиатура. Геймерский чер. Геймер. Лен, у нас стульев не хватает. Смайл. Такая есть, кстати, работает на. Очень хорошо. Тут мышь. Apple-овская старая. Есть. Салфетки. Подожди, давай. Здесь тоже бумаги оставим. Замок. Карточки свайпать. И бумаги. Вытаскивай. Бизнес-док. Вот это кресло. Допотопное. Супер тяжелый, кстати. Ну что, момент истины. Ну, там еще один луик. Одна пустая. Так, начало не очень. Пустой Xbox. О, нет, здесь что-то есть. Фу ты, слава богу. Я уж подумал, если все пустые, $1100, это слишком. Нет. А что она такая тяжелая была? Шнурки, потому что только весили. Давайте посмотрим хоть что здесь. Луи Виттон. Переверни. Шляпа, сумка. Сумка, наверное. Нет, ну если шнурки, то это обувь. Да, вот они, два. Обувь. Угу, два пыльника. Ну, что я могу сказать, ребят? Мне кажется, мы купили пустые коробки за $1000. Ну вот, рискнули. Пустая. Да. И это тоже пустая. Да. Ну и что? $30, $30. Да, нет. Хорошие вещи, но тут все пустое. А вдруг оно там сзади где-нибудь? Может. Здесь цепочка. Еще скажи. Серебро. Серебро? Да, да. Ну, серебро, оно почти ничего не стоит. Вот этот пакет и какие-то бумажки, реситы. Можешь посмотреть, что там. Адидасы, Джорданы. Я думаю, не пустые, но это просто как коробка такая тяжелая, пипец. Держи. Вот это был облом. Даже. Блин, а фирмы классные. Да. Обычно так хорошо все сложено, там что-то должно быть. Но клава, как у меня, опять замок. Бить есть. Нет? Давай мне еще. Это что, скорее всего, фигня? Я хочу сказать, по золотина, но... Что здесь написано? 10 карат написано. 14 на проверку. Ну что, может, одежда будет крутая? Designed in Italy. Michael Kors. Куртка. Ralph Lauren. Ну, неплохая одежда. Еще Ralph Lauren. Еще Ralph Lauren. Еще Ralph Lauren. Polo. Polo, да, все Ralph Lauren здесь. Forever 21. China. Adolfo. Polo, Polo. О, Burberry есть одна. Долларов 100. Патагония. А что случилось с вами? Почему вы здесь?
Прямо вот туда надо было повернуть налево, и там лифт прям рядом. Попробуйте вот в этот то же самое, до конца, и там лифт. Когда вам надоест, приходите. Ну, что, не всегда же должно вести. Правильно? Правильно. Столик. Рисковый я парень. Покупаю такие дорогие контейнеры. Надеюсь, что в коробках что-то есть. Ну, бывает. Упс. Бустые. Ага, пустая коробка. Коробочки. Нет. Пипец. Как будто кто-то просто все взял и подчистил. И у меня такое ощущение, что и цепи все какие-то подделка, потому что не видно никакой пробы. Ну, тяжеленькая. Жалко, магнитика нет. Но коробочки тоже продаются. Какой-то мошенник. Карточки пустые, бланки. Гуччи. Пустая коробка Гуччи, ура. А это даймонды. Бриллианты проверять. Как у нас? Ну, теперь осталось только найти бриллианты. Логично? Логично. Колечко золотое. Эмфил какой-то непонятный. И тут тоже золотишко чуть-чуть совсем. Даже инвитку не оставили. Ну, игры хотя есть. Ух ты, какие мальчишки. Шапка Пола. Ну, если две цепи золотые каким-то окажутся, то отобьемся. Если нет, то вряд ли. Еще надежда есть на этот, на эту коробку. Ну, что-то она какая-то легкая. Ну, мышка от Apple есть. Наушники вроде есть. Да. Чуть поиспользованные, но есть. Corsair. Недорогие. $50. А выглядит круто. Продолжаем. Камера. А вон он и Apple стоит. Старенький, походу. Пусто. 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 Вот это не пусто. Машину мыть. Инструменты. Так. О, конечно, пусто. У него все пусто. Был бы прикольно пистолетик. Наконец-то вы нашлись. Ты куда цепочку вон ту золотую положила, браслет? Ага. Ключи от Infiniti у него были. И от BMW. X6, 14 года. О, а тут перстень. Ой, такой перстень. Ну, железка. Еще одна цепочка типа золотая, но она не золотая. Ну, пули. Бумаги, бумаги. И еще раз бумаги. Опять много бумаг. Ух ты. Да, это Invicta. Да, ну... Invicta? Invicta. Короче, они были больше понты, чем по-настоящему богатые. Люди не покупают Invicta, если у них деньги есть. Здесь точно написано, что это. Ну, там сзади написано Invicta. Вот еще лавочки тут железные. Тут инструмент. Да. Неплохой. Ну, такой дешевый, но прикольный. Здесь еще такая тумба. Ковер. Кухонная. Еще старенький. iMac. Какой-нибудь 4 гигабайт memory и всего лишь 32 гигабайт hard drive. Так, ну вроде все. Мы проверим золото, конечно, скажем в конце видео, если оно нормальное или нет. Так вот, друзья, приехали мы в ШАП, в наш офис. Проверили вот эту цепь, и она оказалась не настоящая, позолота. Немножко магнитится, ну и пошкрябали, кислота разъедает. Так что здесь облом. Но здесь, с этим браслетом, я его проверил. Да, это 14 карат золота. Кислота не разъедает, сидит крепко. Магнит не магнитит. Вес 9.4 грамма. А такая в проданных 600-700, кто-то даже за 900 продал. Выставил на продажу за 900 или предложение какое-то. Торг уместен. Посмотрим, сколько оно принесет. Вот. Но пока оценим $600 по минимуму. Все. А еще у нас есть маленький третий контейнер. Сейчас мы его разберем. Посмотрим, если мы будем в плюсе или в минусе после этих всех контейнеров. А, да, совсем забыл. Было же еще маленькое колечко и маленький такой кулончик с крестиком. Они очень легкие. Колечко 1 грамм, 10 карат, примерно, ну, 35 баксов. Может, 40. А маленький кулончик 14 карат, ну, где-то $50 можно оценить. Ну, вот прибавим еще вот это. Все, погнали. Приехали на третий, последний юнит. Очень маленький. Надеюсь, что-нибудь там интересное найдем. Вот и все.
Недорого купили за $200. Тут есть новые джинсы American Eagle. 49 написано. Тут все новое, смотри. Forever 21. А вот это вот что за джинсы? Ага, American Eagle. Зонтика палаток. Держи. Balenciaga. Нет. Здесь Balenciaga нет, но есть какой-то от Louis Vuitton. Здесь темно, пойдем туда. Машинка, чтобы бриться. Burberry. Очки. Мы продавали такие. Очки Burberry. Интересно, они... Нет, они просто прозрачные. Класс. Стоят денег. А эти Burberry здесь? Нет, здесь нет. Только одни Burberry. Ну, нормально. Здесь бумажки. Там как чувствуется? Что-то есть? Да, что-то прыгает. Как же все-таки они любят белые складывать в дорогие, ну зато документы все. И тут белый? Белый кепка. Тактикал. Угу. Надо пакет тебе взять и мусор повыкидывать. Венсы и какие-то оригинал написано. Очень много, а вот весы еще есть для еды. И много-много вешалок. Очень много вешалок. Какими-то штанами. Терри Эллис, какой-то костюм. Пойдем одежку посмотрим. Да, ты можешь вешалки поскладывать. Так. Паскун. Экспресс. Пакеты. Тут трусы. Ремешок. Терри Эллис. Понятно. Смотри, сколько воды мы нашли. Ух ты. Опять белый. Давай ты сюда. О. Поместится. Мешочки от Гуччи. А тут большой. Ну-ка. Миксер. Ага. Что это? А столик-то складывающийся? Складывающийся, да. Костюм. Какой? Костюм. Пиджак. А кто это? Чайник. Да. Что-то в сумках есть. А сумки неплохие. Колпак называются. Ага, в одних сумках ролики в одной сумке. И вентилятор. Тут тоже что-то есть. Надеюсь, здесь не ролики. Reaction Kenneth Cole. Хорошая сумка, смотри какая. Так. Держи, постригаться. Фен. О, коробка Louis Vuitton. Просто белый. Коробка пустая. Что-то нам сегодня повезло на пустые коробки. Не пустая. Духи, одеколон. Тут нету ничего. Это да, одеколон был. Вот здесь он стоял. Прикинь, даже для одеколона у них такие классные коробки. Сегодня юнит называется «Были». Да, сегодня юнит «Были» называется. Тут все, коробки просто были. Ну, что думаешь, лосс? Лосс или нет? $200. Лосс? Но, я не думаю. Между одеждой и чемоданчиками. А, еще вода. К нам? Да. Ну все? Я думаю, так себе, конечно, сегодня день. Потратились. Ну, этот юнит нет, не в минус. Наверное, с очками Burberry. Сумки продадим по-быстрому, да, Жень? Костюмчик тут, чуть-чуть обуви туда-сюда. Вот эта микроволновка стоит $50. Это не микроволновка, это как бы печка. И как его, миксер? Миксер. Тоже $50 стоит, он хороший, там со всеми насадками. В ноль сделали. Кстати, вода не просроченная, не думаю. Ну, водичка. Да, короче, это тоже в ноль. С трех юнитов мы немножечко в минусе, да, Жень? Ну ничего, бывает и такое, не всегда же, да? Такое. Часы находить на 30 тысяч. А почему не всегда? А почему не всегда? Все, ребят, спасибо за просмотр, лайки, подписка и комментарии. До новых встреч, peace, пока.